Ку-ку-ку, это Зубарев. Илья, у меня для вас такие новости. Вы готовы, дети? 24 марта состоится открытие нового сервера GTA 5 RP под названием Harmony. Так, ребятки, 24 марта в 16:00 я жду каждого из вас на открытии нового, 16-го по счету сервера в GTA 5 RP. Если что, то GTA 5 RP это самый крупный в мире игровой проект в жанре ролл-плей в GTA 5. Типа самый, вообще самый крупный. Такой крупный... Как пельмень у меня в глотке. На новом сервере Harmony на GTA 5 RP ты сможешь опробовать на себе роль бандита, мафиозника, сотрудника полиции, а даже фермером стать или подмять под себя целый виртуальный мир, создав свою бизнес-империю. Я вот буду надзирателем в федеральной тюрьме. Это уже 100%. А еще GTA 5 RP это про крутые тачки, тюнинг, тематические ивенты и большие внутриигровые события. И обновления. Много обновлений и нового контента. Кайф? Кайф! 24 марта в 16:00 я жду тебя на открытии нового сервера Harmony. Да, именно тебя. Встречаемся на спавне, заюзай мой промо Зубарев, чтобы получить халявных бабок и вип. И на стримах, и без стримов я буду играть на этом сервере, поэтому не профукай возможность поиграть вместе со мной. А все ссылочки и подробности я оставляю в описании под роликом. Скачай GTA 5 RP Launcher прямо сейчас и ощути весь кайф онлайн игры уже 24 марта. Вроде все сказал? А если что-то не сказал, то 24 марта в 4 часа вечера ты найдешь ответы на все свои вопросы. Кто куда, а я на GTA 5 RP. Удачи, увидимся там.